З бумаги вроде как сделанное. Такое тяжелое. Корзинки для яиц, украшения для пасхального стола и букета из вербы. Ученики воскресной православной школы и их родители готовятся к великому празднику основательно. Рукодельничают и устраивают благотворительные ярмарки. Период подготовки к Пасхе – это самый такой бурный период. Это жизнь бьет ключом, можно сказать, у нас в воскресной школе. Вообще мы отмечаем в воскресной школе очень дружно. Мы все, вся воскресная школа, родители и дети, мы находимся на пасхальной ночной литургии, службе. Радостное, праздничное. Потом готовится очень большой, очень такой щедрый стол. Для учеников православной школы Пасха – один из самых долгожданных праздников в году. Это мой самый любимый православный праздник. Тут всегда можно с Богом помолиться. Ну и приятно очень, на самом деле. Христос воскрес в этот день. Куличи едим. Мы на законе Божьем, ну, обсуждаем там на Святе Святых, вот что произошло там. На трудах мы готовимся, например, к ярмарке, ну, делаем там подделки разные. Особая подготовка к Пасхе в школах начинается во время Великого Поста. Каждый день на уроках рассказывают, почему важно поститься, о смысле самого праздника и подготовительных неделях перед Пасхой. Каждый день Страстной седмицы называется великим. Великий понедельник, великий вторник, четверг и так далее. Большой пасхальный праздник для учеников воскресной школы, на удивление, устраивается не в саму Пасху, а в следующее воскресенье после нее. В сам день Пасхи сложно это сделать, потому что в храмах идут ночные литургии, и все родители, и дети уже с малого возраста всю ночь находятся в храме на богослужении. И потом домой приезжают, просто спят, и очень тяжело в этот день просто какие-то мероприятия организовывать. Хотя в некоторых школах проходят домашние праздники, но это общий такой выездной мы делаем всегда на антипасху, это следующее воскресенье после Пасхи. А 20 апреля, в светлый праздник Пасхи, телеканал «Енисей» ждет всех на пасхальных забавах возле ТРЦ «Планета». Развлекательные площадки, пасхальные гуляния и подарки. Приходите всей семьей.